Что там, Альфар? Сучок, да? Ну вон сзади тебя что-то. Я вложил, блядь. Ну я тоже думаю. Сюда посмотрел, везде. Никого не видел. Ты же не крафтишь 360 градусов. Не говори. Стакан, бакин. Ну, дело. Да, борчик красивый. Я ее не убирал, она ложка была. Ладно, пойдет. Дело. А где это как? Ебал сразу же, слышь? Сань, ну что там идет? Давайте так и поплывем. Сразу же черп... Ну ладно, за давай. Прекрасных тайменей, которые ловят 3,5 килограмм. Которых мы отпустили. Отгребайте туда, а? Давай, отгребай, той стороной. Поймали и отпустили. Да. Поймай, отпусти. Конечно. Царь рыба. Давай, Саша, гребем, гребем. Давайте так и поедем. Давай, Саш. Давай, работаем. Я тебя разворачиваю. Эх, какие кедры. Ты пил там эту воду? Мужик, ему пофигу. Вот так мы. Справляемся на двух лодках. Подожди. Вот. Дай мне еще одну. Отдыхаем от души. Да. Ну-ка, Санька, дай-ка я выйду. А так аккумулятор видишь уже. Вот так мы отдыхаем. Вот так мы плывем, отдыхаем, отплывляемся. Два дня уже, а еще даже одну третью не проплыли. Может, через неделю проплывем. Все просто прелесть, красота. Вот сейчас будет там яма классная. Вот там оторвемся. А вон там будет яма. Что-то не видно, что рыбачили даже. Вот ни следов, ничего. Да, ничего не видно. Одни медвежьи следы там встретила. Может, в это время вообще никто не рыбачит? С правой стороны. Да, перед ко мной. Лучше здесь сидеть, чем там. А вы будете там сидеть? Якорь кинули, что ли? Все, приплыли называется. Рыб приплыл. Приплыли. Ну. Вызывай эвакуатор. Ну сейчас подъеду. Вот по скале можно определять уровень воды, видите? Вот он белый. Идет? Попробовал? Ух ты! Ушел? Ну, красиво играл. Видите берега, даже трава не примята. Девственно. Даже Михаил, хозяин, не ходил здесь. Все тащим.